Привет всем любителям карповой ловли. В этот раз наш сюжет будет о карповых приманках, о бойлах. На самом деле очень интересный разговор может быть. Значит, эти бойлы мы используем в течение уже трех сезонов. Это бой на основе фишмила. Значит, и он у нас имеет такое название ⁇ Бомж ⁇ На самом деле не бомж, а ⁇ БОМЖ ⁇ это название я расшифрую в процессе. То есть мы покажем, из чего они состоят, какие ингредиенты используются. Все будет понятно. В процессе производства мы используем самые лучшие ингредиенты. Это Сисимур, СБС, Империал Бейтс. Потому что качество бойла очень серьезный процесс не, не получается экономить на ингредиентах и заменить их по большому счету нет из отечественных мы используем конечно некоторые зерновые кукурузную муку соевую муку там сухое молоко на этом все то есть все остальное это ингредиенты самого высшего качества от лучших мировых поставщиков Итак, мы покажем и расскажем, из чего состоят наши бойлы. Размер бойлов может быть любой. Наше оборудование позволяет делать там 14, 20, 24, 32 размер. Также мы очень гибко можем делать это или варенный классический бойл, или растворимый пылящий бойл. То есть эти варианты мы делаем, как бы все зависит от заказчика. И еще важный момент. Мы делаем всегда свежие бойлы, не используем консерванты, не используем стабилизаторы. И у нас гибкое производство, мы делаем под заказ, под каждого конкретного заказчика. То есть это бойл, который вы заказали сегодня, и через 5-7 дней вы получите свежий, качественный продукт. Итак, об ингредиентах, из которых состоят наши бойлы. Ну, в первую очередь, наши бойлы на основе фишмила. Следовательно, они содержат определенный процент рыбной муки. Рыбную муку мы используем лучшего качества. Это LT94 от Сисимура. Кстати, точно такого же качества и по вкусу, и по всем показателям от мука от Хач. Мы используем от Сисимура. Второй важный компонент – это птичий корм. Мы используем Мегабленд Тред, то есть красную версию с содержанием карофила, Робен Реда, и она, более, она менее жирная. Это нас устраивает в плане скатываемости. Далее, важный компонент для скатываемости, для структуры, для веса бойлов – это ЦЛО. Это птичий корм, он без вкуса, без запаха, но очень хорошо влияет на структуру, добавляет эластичности. Одним словом, компонент, который аналогов у нас пока нет. Далее. Для связующего мы используем манку. Манка твердых сортов. Кстати, найти качественную манную крупу тоже проблема. То есть не все крупы нам подходят, поэтому опытным путем мы нашли определенную партию определенного поставщика и ее используем постоянно. То есть она дает хорошее связующее. Дальше. В качестве связующего мы используем сухое молоко обезжиренное нашего украинского производства и два необходимых компонента которые добавляют нам эластичности которые влияют на структуру которые влияют на скатываемость это кукурузная мука тоже украинского производства и соевая мука далее мы используем в качестве рыхлящей, в качестве структурообразующей такой добавки смесь птичьего корма. Это рапс, лен, проса красная и конопля. Этих компонентов мы можем достать на любом рынке, это не проблема. Хорошего качества, мы их дробим достаточно мелко в комбайне и используем там не более 5-7% в нашей базовой смеси. Это важный ингредиент, он дает, позволяет бойлу дышать, лучше улучшает структуру, позволяет лучше пропитываться бойлу. Одним словом, необходимый такой компонент. Дальше. Добавка, которая обеспечивает привлекательность, действительно делает из обычного бойла хороший бойл. Это Squid and Liver Mill. Мука Squid плюс Liver. Это компонент от Imperial Bates. Кстати, их бойлы, практически все смеси, их не готовые бойлы тоже содержат этот компонент. Очень удачное сочетание Squid и ливера действительно делает бойл рабочим. Ну, из сухих компонентов, пожалуй, остается только морская соль. Этот компонент, который влияет на вкус, мы его используем в небольшой пропорции, то есть на килограмм, там где-то пару грамм идет, но он действительно улучшает вкус, плюс он обладает таким электролитическим свойством, то есть он позволяет в воде лучше проникать в бойл, и из бойла, соответственно, будут лучше вымываться всяческие привлекатели. Ним словом такой нужный проверенный компонент. И еще один важный компонент – это утяжелитель. Сейчас мы делаем бойлы в версии утяжеленной, то есть мы добавляем молотую ракушку, порядка 10% к общему весу нашей базовой смеси. Это очень интересный компонент, он не меняет ни вкус, ни запах, ни цвет, ни структуру, но прилично добавляет вес. То есть при работе коброй наш бойл ну, мы значительно дальше можем его забросить, не потеряв при этом в прочности и в других качествах. Дальше перейдем к жидким составляющим. В этой версии бойлов мы используем ароматизаторы от «СБС». То есть это ароматизатор Сквидоктопус, ароматизатор Клюква и ароматизатор Черная Икра, Black Caviar. Ароматизаторы или в чистом виде используем, или используем версию с уже ароматизатор в смеси с аминокислотами. И те, и те обладают хорошими качествами, реально привлекают, тянут рыбу, но как бы верить в то, что один ароматизатор будет работать в бойлах, кроме базы, этого, конечно, нет. В наших бойлах работает и база, то есть все, что туда заложено, все компоненты и смесь компонентов работает. Это важно. Вторая жидкая добавка – это продукт, который называется ИНЛ. Продукт на основе печени. То есть добавка со вкусом и запахом ливера. Тоже продукт от Imperial Bates, очень качественный продукт, который имеет срок хранения, который достаточно требователен к хранению. Но эта вещь одна из немногих проверенных вещей, которая работает в бойлах. И последний компонент это смесь аминокислот, также от Imperial Bates, хорошее качество продукт имеет условия хранения, сроки хранения. То есть нам понятно, что он не вечный, то есть не законсервирован на смерть, а продукт, который нужно использовать до определенного срока. Ну и он реально работает. Это тоже важно. Далее мы смешиваем сухие компоненты с сухими. Да, еще забыл. Мы используем добавку Robin Red в этой версии бойлов. То есть это продукт хач его продают и Сисимур, и многие другие. Это не столь важно. Продукт качественный, проверенный. Мы его используем до 10% в наших смесях. И еще один весьма важный ингредиент ⁇ это подсластитель. В качестве подсластителя мы используем... Вещество под названием НХДС. неогисперидин дигидрохалкол Ну, короче, это, если в двух словах, это очень хороший подсластитель, на который есть определенная положительная реакция Карпа. Он проверенный временем, его выпускают немногие компании, но цена его также не очень гуманная. Ну, допустим, Imperial Bates, Рот Хатчинсон, Леон Хугендайк его выпускает. Это хороший, хороший стимулятор аппетита, хороший подсластитель. Мы его используем в наших смесях всегда и обязательно. То есть дозировка там порядка 1 мл на килограмм или даже 0,5 мл, его достаточно. То есть достаточно концентрированное вещество. 30 минут, наша смесь настоялась, то есть получилось достаточно сбалансированное тесто, оно хорошо э, слиплось, то есть компоненты увязались между собой и мы приступаем к выдавливанию э, колбасок. Колбаски мы выдавливаем при помощи пневматического пистолета, то есть если у вас нет пневматики или нет возможности, прекрасно выдавливаются и ручным пистолетом. Правда руки после этого болят, но работать можно. Выдавливаем колбаску нужного диаметра. Допустим, для 24 бойлов мы берем там коэффициент понижающий где-то 1,6, 1,65. То есть, соответственно, наша колбаска в районе 21-22 мм. Это мы подбираем опытным путем к каждому сорту смеси. Потому что расширение на выходе всегда меняется. Итак, выдавили колбаску и бросаем ее в раскатку на наши роллы. Роллы режут колбасу и получается на выходе красивый круглый бойл. Итак, получили круглый бойл, осталось его сварить. 24 размер, мы варим 3 минуты, варим в кипящей воде, засекаем не от времени погружения бойла в воду, а с момента начала кипения. Итак, опускаем в кипяток, кипение не прекращается, варка у нас очень мощная. Отсчитываем 3 минуты. В процессе варки бойлы желательно несколько раз перемешать. Для того, чтобы не было слипания, чтобы он равномерненько проварился. И таким образом структура была равномерная и не, не вело к образованию трещин. Мы его несколько раз перемешиваем деликатно кисточкой. 3 минуты закончилось. Наш бойл готов. Мы его достаем пересыпаем в ящик и оставляем проветриваться и остывать. Дальнейший процесс сушки, в принципе, ничем не отличается от того, как вы дома будете делать на кухне. То есть мы его ставим на воздух на помещениях, где достаточно объем воздуха, где хорошая проветриваемость, никаких сквозняков, никаких вентиляторов в первые сутки речи быть не может. Иначе это может привести к тому, что ваш бойл очень легко потрескается. Желательно, чтобы не было и сильных перепадов температуры при сушке. То есть какая-то стабильная, ну может быть это гараж или подсобное помещение, и таким образом бойл отлично высохнет. То есть мы будем сушить бойлы наши где-то 5-6 дней. Мы будем сушить его до состояния, ну когда он начнет звенеть, то есть до каменного состояния. Если вы замораживаете бойлы, вам достаточно его просушить буквально 5-6 часов, запаковать в пакеты с замком или просто завязать в пакеты в контейнера и отправить в морозилку. При минус 18 ваши бойлы будут храниться год, два и три. Вам останется только их достать, проветрить, немножко подсушить и использовать свежие бойлы. В высушенных бойлах при, до минимальной влажности тоже есть свой плюс. Во-первых, этот бойл очень хорошо летит из кобры, его не рвет. Он досушен до такого каменного состояния. Но при попад... попадая в воду, он начинает активно пить набираться воды. То есть его вес увеличивается, то есть влажность очень быстро выравнивается, и наш бойл становится опять живым. Разницы в поклевках, разницы в качестве прикормки там, свежезамороженных и высушенных в камень бойлов я лично никогда не видел. То есть мне удобнее пользоваться сухими бойлами, их проще хранить. Они прекрасно хранятся и в ведрах пластиковых, и в картонных ящиках. Таким образом, ну, не надо там забивать морозилки. то скажем так, объем 50-70 кг очень трудно засунуть в бытовой морозильник. Я думаю, не у многих есть такие подходящие емкости. Так, бойл мы сварили, высушили и осталось ехать на рыбалку, осталось поймать рыбу. Очень интересная ситуация сейчас на водоеме. То есть кораблики, всевозможные для завоза прикормки. Они уже не дают стопроцентного результата. А сейчас э, самая модная фишка это...